Удачно прошел второй тур смотра конкурса «Духовный грань Алроса». Посвятили его множеству дат, в том числе и 50-летию города. Выступления участников оценивало компетентное жюри. Ну а на сцену вышли сами работники Удачнинского горнообогатительного комбината. Гордые за свою страну, подтянутые, они сразу задали ритм празднику. Вокально-хореографическая сюита, великие даты в кумач облаченные, напомнили всем о событиях 20-х-50-х годов 20-го столетия. Как хореографа меня поразила мужская группа. Пусть это будет не хореография высокого уровня, пусть это будет флешмоб, но это просто здорово. Это чувствуется сила. Новые образы, яркие костюмы, хореографические постановки. Организаторами проделана колоссальная работа, прежде чем это увидели зрители. Подготовка велась с энтузиазмом, репетировали, готовились. И вы видели на сцене прекрасное выступление, прекрасный концерт, который показали работники нашего комбината. Перед концертом в фойе общественного центра члены жюри посетили музей, рассказывающий об основных эпохах истории и выставку удачнинских мастеров. Здесь можно было увидеть все, начиная от любительских фотоснимков, изобразительного искусства до технического творчества. Выставка у вас просто потрясающая. И, естественно, в отличие от прошлого смотра конкурса, сегодня мы увидели, вот члены жюри, я в том числе, увидел новые работы. Как работаем, говорят удачницы, так и отдыхаем. Самое главное, проведение подобных мероприятий открывает все больше талантов и позволяет развиваться и совершенствовать свое мастерство. Ирина Балкова, Денис Сиротин, телеканал «Алмазный край».